Сегодня стало известно, что ушел из жизни выдающийся актер, творческий путь которого оставил яркий след в современном искусстве. Настоящий патриот, преданный национальной культуре своей страны. Его роли снискали всенародную любовь зрителей. Светлая память об этом замечательном человеке всегда будет жить в наших сердцах. Никита Михалков, знавший лично артиста, выразил глубочайшее соболезнование родственникам и поклонникам артиста. В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умер советский и российский актер театра и кино Сергей Дрейден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Большого драматического театра имени Товстоногова. Дрейден получил широкую известность как актер театра и исполнитель ролей в отечественных кинолентах. Его можно заметить не только под своим именем, но и под псевдонимом Сергей Донцов. В картине «Воздухоплаватель» актер сыграл Пьера Леру. В двухсерийной комедии «Окно в Париж» – учителя Николая. В «Иване Грозном» – Антона Апасевина. А в мини-сериале «Тарас Бульба» Дрейден воплотил на экран еврея Янкеля, который помог главному герою попасть в Варшаву. Дрейден был обладателем многих национальных театральных премий. Причина смерти актера не раскрывается, а о месте и дате похорон будет сообщено позднее.